и, пожалуйста, все возможные травы, которые есть. Те, что уже растут за пределами. Не пепер, а пепер слышали уже. Ой, приятно, денег не надо платить. Так, ну, вроде бы Twitch справляется, на YouTube пока не справляется. Видел я уже правильные ответы. Посмотришь, да я-то посмотрю. Ну посмотри, пожалуйста. Блин, я может. Ну мне сказали, что не надо. YouTube так. Я согласен. А это тоже многое говорит. А был. 500. Да, Дина Блин в комментаторской. Поприветствуйте ее. Чат, пожалуйста. Всем привет, чат. Опять рейс 500. Кто это делает? Я пришла гулять. Так, за что? Почему вы комментируете не из-за того, что тут Саша ваш? С ним часто лучше. У нас даже шорты уже накопились. Теперь одна толк в контенте. Нужны новые? Опасно. Опасно. Вы купите шорты, друг друга обмениваетесь. Шорты. После олынов обмениваетесь шортсами. Блин. Леонид, ваши прогнозы постоянно. Очень тяжелый стол. Прям будет интрига до конца сохраняться. В следующий раз. Прям все сильные. Не буду никого выбирать. А я поддержу кол. Кол 500. Спасибо. Так, интересно, намечается. Олеся обороняется. Сашке нужна поддержка. Ой. Дальше сами. 1500. Мои 1500. А у нас какие? А блайнды уже большие достаточно. Ага. Ставят, Олеся, 1500 и платят в Удуш. Очень большой банк у нас намечается. Четверка. 6 аутов у Саши. Чек. Чек. Полностью поддерживаю. Чек. Ой-ой-ой-ой. Две пары у Олеси. На этот раз она их, я думаю, точно разглядит. Да, после той ситуации я думаю... Рейс 3000. Хорошая ставка, прям много ставит. Ой, это мое, извините. То есть 3000 и волос? Чем ответит Александр? У меня тут тоже волос. Сейчас. Леонид, ваш? Очень похож, да. Блин, ну это опять какое-то душилово, на самом деле, ощущение идет. Душит в удуше Олеся Иванович. Александр и его ядовитая луна. Блин, вот бы Олеся прошла к нам за финальный стол. Мы бы с ней там разгулялись. Это решение для меня за вылет из турнира. О, боже мой. Неужели будут... Ну, это будет невероятно, будет если нет, сейчас я думаю, вот это нет. Вот все... Он говорит all in. И вот это вот все, конечно, будет интересно. Вылететь первым со стола лузеров, Сань, подумать. Поддержим. Ну, первым, что вторым, результат один. Не, он скинет. 103. Блин, ну я тебе что-то кинул, да? Не думаю, что это очень сложный пас был. Mm-hmm. Для Вудуша. А ты что, не расскажешь, да? Третий пас. У меня было пара дам, пара вальтов. Да. То есть у тебя мощь. Много. Мощь. Вы выделили. Много. У меня уже нет этого секретов, ребят. Мы у нас уже как-то в принципе, так вот. Тоже, если вот Best in the business you'll ever meet. Yo. Get a free app, buckle up for the show. На туз Семен по типа. Александра к нам застал. Да, прям реально Семенка думал. Пришла. Она так классно говорит «пас». «Пас». Я понимаю. Мне очень нравится «пас». Мы все понимаем. Не обращал внимания. Я тоже думаю. Сейчас послушаем. Ну, вообще подумайте, оно тут не лишнее. Леонид, представляете, мне сегодня приснилось, что Mailstorm пройдет в финал. А он рассказал об этом? Да, и он прошел. Да. 10 тысяч. Шок. Кто выиграет завтра? Блин, нужно, чтобы ночь прошла. Рано. Мне уже приснилось, что выиграет рекрент, но я стараюсь в это не верить. Рейс 600, Костя Пушкин. Наконец стали раздавать, Костя, хоть да, что-то сместилось. Так, Костя 600. Да.
Добрый вечер. Приглашаю вас в мой банк. Принять розыгрыш. Участие в розыгрыше. Все деньги пойдут на мое лечение. Выглядишь полностью здоровым. Спасибо, комплименты мне не нужны. Давай деньги. Да нет, я понимаю все, что ты вот так хочешь, чтобы я такой раз туда положил. И я тоже хочу. Но не будет. Да надо прекратить. Прямо сейчас, подожди, видать, я так тяжело. Вот, все, камень вышел, можно. Что там, кукошка в чате? Сережа Матвиенко утром ко мне подходил внизу в отеле. Фух, мне кажется, и спрашивал совета, как играть в четверки. Тебе наконец зашла хорошая карта. Ну, да, ее надо страшно поддержать. Она... О, это все-таки поддержка. Все-таки это поддержка меня. Поддержка. Здесь уже лучше сцепился, чем против. Ну, чтобы человек один не играл с картами с двумя. Да. Ну, вчера сидел человек, ни одной хорошей карты не поймал. А сейчас пришла хорошая, и все выкинули. Но это уже не серьезно. А здесь хорошая карта должна хотя бы как-то оплачиваться. Флоп посмотреть. Костя не видел. Чек. Хороший чек в догонку от Пушкина. Думаю, что здесь все в порядке. Поехал флешдроп для него. 2000. Ой-ой-ой-ой-ой. Кстати, если Алын поставит Пушкин, то лучше не будет. Слишком хорошая у Саши. Да, он и впереди. Такое выражение лица делает выдачу, как будто... Боже мой, какая ужасная ситуация. У меня всего лишь миллиард аутов, и вообще у меня уже попадание в шестерку. Ну, пытается показать, что не все так радужно. Я вот сейчас сижу, смотрю и думаю, знакомые карты. Потом понимаю, что... Блин. Я их видела в зале, так что я сейчас помолчу. А, окей. Да, Лин ставит Пушкин, как я предполагал, ну и Вудыш, конечно же, доставляет. Так. Для меня неожиданно. Куда это я так отвернулся? За водой у меня пересохло. Я последние секунды, наслаждаюсь этой замечательной компанией, с этим замечательным столом. Рад вас всех был видеть. Спасибо, что приехала, Олесечка. Спасибо, что все поджамал. Безумно рад был подготовиться, брат. Ой, давай вот это вот без... Я видела вашу натальную карту. О-хо-хо. Водка найду. Вау. Четверка? Нет, четверки. Ого, хорошая. Не до флешек, не до стрейт флешек. Две девятки, да? О, нет. Два не до флешек. Ничего себе. Еще впереди едет. Ничего себе. Агрессивненько. Да. Будешь почти 12 тысяч стэк получил. Рассчитывал, что ты все-таки... Да, ну, все так и было, когда я в зале была. Его-то боюсь в первую очередь. Только чё, его боюсь. Чё, ты все честно показывал. Только у меня остается еще, у тебя было настолько... Александр, ну какой же вы фартовый. Саша, фартожопый. Правда? Подождите, в чем фарт? В общем, у вас все замешано на восьмом доме и на скорпионе. Это энергия, которая отвечает за фарт. Подождите, у вас на восьмом доме замешано. И ты меня к себе пригласил. Или у тебя кончатся все интересные собеседники и нужен вы душ. Хуй, ты знаешь, кому а вы бы смогли там про секс свой рассказывать? Я с удовольствием, да? Да, ты закалил, только что у тебя было еще и флэш. Да, конечно. Олеся. Я тоже в скорпионе. Нет, не хочу приходить. Почему у меня вот такого не бывает? Леонид, а вам Олеся сделала расклад? А я же не смотрю специально. Смотри. Я честно. Но висел на волоске. Висел на волоске. Лобковым. Я проснулась сегодня. Ну, может быть, мы проничали. Здорово. Встану в очередь. Я вот сейчас обдумывал раздачу стус 9 от Кости Пушкина. Я вот думаю, может, лучше бы и дальше не заходила. А то вот стали заходить хорошие стартеры, весь стек прокидал. У меня стартовый стек. После всей этой боли 10 тысяч. Вы испытали боль? Да. Чат, как думаете? Может, стоило Косте еще чуть-чуть подождать? Жаль. Приятно было. Это было приятно. Пас. Чем-то слышь? Похоже на саду. Пас. А, да, точно. Есть точно боль, слышу. Но кончил, получается. Ну, норм пуш, пишут на YouTube. Да, согласен. А с удовольствием побегу. Рейс. Мэлсторм, да, на турнире. А прошел финал. Пас. Пас. Блин, ну это конечно, это лучше 600, рейс 600. Написали обдолбыш, Леонид, это вам, что ли? Грубо. Ужасно. Грубо. Наверняка. За что? За что, Леонида?
И что? Да? И в этот момент заходить. Не знаю вообще. О боже. Сложное решение, да. Костя. Костя, а ты не знаешь, где у тебя луна? Что? Луна где? Если в Скорпионе, можно идти. Моя луна, на самом деле, вот я на ней бегаю, это моя луна. Это чтобы ее себе никто не притискал. Блин, ну вот что мне сейчас делать? Вот что? Ну что мне делать? Вот что с вами? Я пока поиграю, но вообще как бы... Выбросил? Был. Ну доставить можно. Что там было? Что-то с этим доставлять? С этим уже не доставлять. О, здесь все доминирует. У нее почти 15 тысяч. А у тебя что там было? Туз-туз. А я хочу оставить это своим секретиком. О, молодец. Оговорила, я от вас ничего не скрываю. А вы много лет с женщинами знакомы? Они, знаете, бывает настроение туда, бывает туда. Это такая вещь, особенно перед овуляцией. Ага. Я близнец. Конечно. Да, Сереж? Да, Сережа уточнил, да, Сереж? Видел женщин перед овуляцией? Да интересно. Я видел во время один раз. Зашел в женский туалет однажды зашел, случайно. Как ты определил, что это овуляция? Я прям увидел. Саша. Такое ощущение было, что кто-то... Может, ты просто реально нравился. Это было жестко. Это ты исключаешь. Я учился в технаре и зашел случайно не в ту дверь. А было? Ты типа выбрал не ту дверь? Да, я выбрал не ту дверь, да. Но жизнь перестала. Леонид, а хороший ли это был пас туз-2 одномастная? Не очень хороший. Пас. Больше похоже на Алын был, да? Да, Алын. Mm-hmm. Кол, ну, Вуду же так же сказал, что рецепт доставить можно было. Согласен с Александром. Ну, возможно, Костя был травмирован тузом крести с девяткой недавно. Делаем деньги, как хотим. Джамал! Костя жадно считает банк соперника. Девчонки, вообще рады, что я сам над одним столом. Повторяют мне который день, что вы невероятная легенда. Да. Прикольно. Мне соседи. Очень приятно. Джамал, я all-in. All-in. Ну вот all-in. Такой, типа, bad boy. Да, Костя, ну, давай я попробую тебя поддержать. Конечно, а, я уже сказал, да? Попробуй поддержать. Попробуй поддержать. Пока не важно. Ну, это пока не засчитали, как кол. Не, ладно. Теперь Костя приходится король 7. Я тебе дарю эти 300. Было лучше. Слушай, ну король 7 шинок. У меня было 4-3 бубей. Да, это ужас. Джамал, это... Ну, я иногда играю. Так, я могу на флеша пойти. Для твоего промокод на прибет. Меня ругают. Нет, тогда другой разговор. У меня игра такая, вау, да, бум, да, бум, бум, типа, иногда как попрёт, там, типа, я понимаю. А широко ли король 7? Да. Блин, это просто офигенный спич был сейчас. Вроде нормально. Хороший, нет, ты что, широко колешь, что бы хотел. Нет, это был реально супер. Саша, оценивай, вообще офигенный спич был. Отличный спич. Спасибо. По кайфу. Мне сосед сегодня тоже написал. Сейчас. Говорит, фотку с Джамалом обязательно в Озерск привезти. Все, класс. Мое слово пас. Пас. Да. Пас. Пас. Hello. Опа. Sweet bitches. It's me. О, пахнет алыном. Да. С бата на 9-8 атомасные. Кол. Ага, вот так вот. Пас. О. Опять король 7. Костя. Привет. Ну, конечно, чек. Давай. Давай поучаствуешь в благотворительности. Да, давай. У тебя там 2300 осталось, да? У меня там. Блин, а вот и. А вот если да. У-ля-ля. Тогда может быть и нет. На. Чек. Твою слабость. Сергей решил заманить Пушкина. Флешдроп поехала у Кости, будет ставить, я думаю, он уже на терне. А если даст ему возможность, не дает. Вот как раз, который у тебя в руках. Еще есть пол, так. Джентльменский. Ты благотворительный сейчас решил, что да. Ну, ёп. Ой, извините. Ну и 2000. Всем можно. Ну, меня семерка разбазарила меня, конечно. Раздраконила меня семерка. Да, пришлось платить. Ну, там тройка. Я подозреваю, что... Не, там вот. Тоже хорошая. Либо что-то нормально. Очень сильно. Да, меня видишь. Привет, Собчатик, привет. Манить. Я шепчу? Пойди к нам. А может это потому, что я себя очень громко слышу в наушниках, и я боюсь говорить в полный голос? А можно меня в моих наушниках потише сделать на... Нельзя. Ничего, эти 2000. Это вообще... То есть, если я буду говорить нормально, это вот так звучит. Это так нормально? Просто я как будто ору по ощущениям, а я говорю
выйти. Обычный тембр. Чат, проверьте, я сейчас ору или я нормально разговариваю? Ты испугаешь такие цифры. У тебя 40 плюс-минус. Ну, в покер он играет с мезозоя. 40 плюс-минус. Так нормально? Я думала, просто я ору на вас, а я не орала. Хорошо выглядишь. Так, естественно. Витамины пью каждый. Комментарий. Леонид оказывается такой симпатичный молодой. Вдвойне приятно слушать его голос сейчас. Я понял.